Маленький остров Комодоу является домом самой большой в мире рептилии. Комодоского варана. Длиной свыше 3 метров и весом более 130 килограммов, этот раскачанный варан создан для драк. И двигается он совсем неплохо. Развивая путевую скорость в 17 км в час и обладая ядовитым укусом, варан имеет все, чтобы быть грозным хищником. Однако самый важный инструмент рептилии — ее язык. Подобно своим змеиным родственникам, комодоские вараны изгибают языки туда-сюда, чтобы ощупывать и распознавать. Это дает им возможность учуять добычу за 3 километра. Все, что варан делает, наносит один, но очень опасный укус. Слюна его насыщена ядом, а в ее стекающих каплях обитает почти 50 штаммов опасных бактерий. Животное, укушенное комодоским вараном, скорее всего, умрет в течение нескольких дней. Затем все, что остается сделать этому хищному ящеру, выследить это животное. И даже если он не доберется до него быстро, другие комодоские вараны сделают это. В мире комодоских варанов самый большой ящер получает самую большую долю. Язык варана важен также для выбора самки. Самец использует его, чтобы определить, какая из претенденток станет его избранницей. Но получение возможности поухаживать — это уже другая история. Претендентка не в настроении.